Отдельной темой оперативного совещания правительства области стал вопрос приемки крымского санатория «Бригантина». Подписание меморандума о его безвозмездной передаче состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. В Крым должна выехать экспертная комиссия, чтобы принять имущество. Задача, которую поставил руководитель области, 1 октября «Бригантина» должна встретить первую смену белгородских детей. Времени, с моей точки зрения, достаточно. Все, что нужно сделать, принять имущество, зарегистрировать юридическое лицо, провести мониторинг технического состояния, медицинского состояния, отлицензировать уже на новое юридическое лицо, отработать с персоналом. Старшеклассники из многодетных и малообеспеченных семей, нуждающиеся в оздоровительном лечении, идеальные кандидаты для отдыха в санатории на 300 мест, по мнению главы региона.